можем определить эти функции синус и косинус вот таким образом. Синус мы определяем так. Это x минус x куб делить на 3 факториал плюс x пятый на 5 факториал, ну и так далее. Вот такая знакопеременная идет последовательность x в нечетных степенях. И она идет бесконечно. То есть нужно вычислить сумму вот этого. Обратите, пожалуйста, внимание, это не мы сейчас определяем на время этой лекции. Это вообще-то так оно и есть. Определяется вот таким рядом. Единица минус х квадрат на 2 факториал, плюс х четвертый на 4 факториал и так далее. Ну что такое факториал, если кто не знает, я напомню. Это произведение всех чисел от единицы. Значит, что тут неприятно? То, что функции выражаются в виде бесконечных рядов. Это как-то годы не проходят. Возникает вопрос, а почему вообще эти последовательности имеют предел? Но здесь-то как раз все понятно, почему имеют предел. Потому что каждый член последовательности при любом фиксированном x будет очень быстро стремиться к нулю, потому что x возводится в n-ную степень, а делим мы на n факториал. N факториал растет быстрее. А поскольку знаки чередуются, то понятно, что значение будет колебаться при вычитании. Уменьшаться будет на какое-то маленькое число при прибавлении следующего знака, чуть-чуть увеличится, потом опять уменьшаться, опять увеличится. И вот так будет колебаться, и ясно, что к пределу, конечно, будет стремиться. То же самое и здесь. Вот если бы знаки были везде плюс, было бы немножко сложнее. У нас были положительные слагаемые, они, конечно, стремятся к нулю, но вдруг сумма будет неограниченно возрастать. Здесь такого эффекта нет. Вот это называется разложение функций синус и косинус в ряды. В степенные ряды или в ряды Тейлора еще. Так можно назвать их. Вот эти равенства, собственно, можно и принять было за определение функции синуса и косинуса. То есть, если была бы цель рассказать, как можно определить синус и косинус без геометрии, можно бы сразу было с этого начать. Сказать, а вот давайте так определим. И все. А у нас получатся эти формулы или нет? Вот, значит, а я для чего все это рассказывал? Я рассказывал для того, чтобы показать, что никаких других функций, удовлетворяющих этим формулам, кроме вот этих, нет. А про эти функции надо доказать еще, что они вот этим всем условиям удовлетворяют. Но вот для таких формул доказать, что они удовлетворяют всем этим условиям, проще, чем вот непосредственно делать так, как я хотел. Действительно. Ну, например, вот это неравенство, с ним вообще проблем нет. Почему синус х меньше х? Ну, естественно, меньше х. Мы отняли х кубик на 3 факториал. Прибавили число меньше, очевидно. Потому что, ну, мы можем считать, что х меньше единицы. Правильно? Нам же меньше любого не стоит. То есть мы отняли число, прибавили меньше, потом отняли еще меньше, прибавили еще меньше. Ясно, что всегда будет меньше х. Это вроде как очевидно. Так что вот это вот очевидно доказывается. Вот это неравенство немножко хуже доказывается. Но нужно тогда воспользоваться чем? Нужно написать, что cx будет больше, чем x. X минус x в кубе на 6. Я перефакториал сразу написал как 6. А почему оно будет больше? А вот отсюда это вытекает. Потому что потом же прибавляем к нему положительное число, значит оно будет больше. Потом будем отнимать, но отнимать меньше, чем прибавили и так далее. Поэтому вот такое неравенство, очевидно, верно. Поэтому я могу си заменить на вот синус, точнее, тут уже синус настоящий. Я могу заменить на вот такое неравенство. А косинус мне, наоборот, нужно оценивать не снизу, а сверху, чтобы делить. Но косинус, согласно этой формуле, тоже можно оценить сверху так. Косинус, очевидно, не больше, чем 1 минус х квадрат на 2, плюс х четвертый делить 4 факториала, это сколько? Это 24, да? Значит, ну да, косинус их меньше этой величины. Почему? Потому что дальше будет вычитаться, значит, он будет меньше. Потом прибавляться, но еще меньше.
Так что хочется 30 вот больше. Поэтому если я синус заменю на оценку снизу, а косинус заменю на оценку сверху, у меня получится какое-то жутковатое неравенство. Но, а можно его выписать? Это правда несложно. Да, ну, вот чистая доска есть. Да. Синус х на косинус х мы можем оценить снизу как? Х мы оцениваем как х минус х в кубе на 6, а косинус мы заменяем на большую величину, то есть на 1 минус х квадрат на 2 плюс х четвертый на 24. Да, и надо доказать, что это больше, чем х. Надо доказать, что это больше, чем х. Причем это достаточно доказывать при достаточно маленьких х и положить. Ну да, и к общему знаменателю все получается. Ну да, приводим к знаменателю, и все в общем получается. Так что вот при таком определении проблем с доказательством неравенств никаких нет. Зато некие проблемы возникают вот при доказательстве вот этих. Ну, поскольку тут произведение, надо как-то эти ряды перемножать. Ряды вообще-то можно перемножать. Есть формулы, с помощью которых ряды перемножаются. И так доказать можно. Но это будет немножко канительно. А как и надо? А надо вот как. Этот трюк я подсмотрел. Так нет, можно просто написать перемножить. Чего? Нет, я умею. Я не буду перемножать. Нет, вы не будете, но я умею. Просто подставил, возвел, все получится. Можно, но давайте я просто... Нет, просто если подставить и раскрыть все скобки, то получится, честное слово. Нет, получится, я не сомневаюсь, что получится. Вот. Но мне, честно говоря, не хочется это непосредственно делать. Ну, есть вообще-то, чтобы перемножать ряды, удобнее всего, конечно, действовать вот. Рассмотреть вот такую функцию. Е в степени и х, которая равна косинус х плюс и синус х. И это мнимо единица. Вот. А вот для этой функции оказывается справедливо вот такое равенство. Е в степени и х умножить на е в степени и у это то же самое, что е в степени и х плюс х. Вот если мы заменим эту функцию е на вот эти выражения, раскроем скобки и приравняем действительно мнимую часть, то у нас как раз и получится вот эти два тождества вместе. Так что две формулы сложения для синуса и косинуса можно заменить на одну формулу сложения, но для вот такой функции Е, которая называется комплексная экспонента. А функцию Е, ее можно задать тоже рядом, вот такого же типа. Только в нем везде будут плюсы, делиться будет по-прежнему на n факторя, будут все члены, тут у меня только не черные, только черные, а где в степени z все члены и плюсы. Вот такой вот ряд. Можно тоже это доказать и перемножать уже такие ряды. Тогда все проще получается, но все равно это немножко не те. Поэтому я, так сказать, не буду это делать. А я покажу, как с этой трудностью. Обязательно вот эту штуку перемножьте, посмотрите, потому что это действительно симпатичная вещь. Вот, например, вот возьмите вот этот ряд, вот e в степени z напишите, ну, не знаю, там, до четвертого, там, до пятого члена, потом напишите e в степени, там, не знаю, w, то же самое. Перемножьте, посмотрите, и вы просто увидите, как там все получается. Честное слово, это полезно сделать. Там действительно красивые формулы, и бином Ньютона там неким образом возникает, кстати. Тоже интересно. Как можно сделать по-другому? Я это представ в книжке известного немецкого математика Эдмунда Ландау. Книжка называется «Введение в дифференциальное интегральное исчисление». Она довольно тоненькая. В ней все доказательства абсолютно строгие, потому что Ландау был фанатичный любитель математической строгости. Синус и косинус он определил вот так. Все свойства он доказывал не так, конечно, как мы, он по-другому доказывал. Вот эту теорему он, правда, не стал доказывать, однозначно определяется этим. Но зато он честно вывел все свойства синуса и косинуса, исходя из этих форм. А как он вывел, значит, вот эти? Вот я сейчас показываю. Интересный фильм.
он ввел две функции. Первая функция f от x, она вводится так. Значит, синус x минус y, потом я отнимаю синус x на синус, на косинус, да? На косинус y, и прибавляю синус x. Синус y на косинус x. Вот он смотрел такую функцию. На самом деле хочется доказать, что это будет просто всегда норма. Потом он взял другую функцию z от x и тоже вычел из этого косинуса. Косинус x минус y он взял. Я теперь уже пишу косинус, потому что мы функции определили. Отнимаю косинус x и косинус y. И отнимаем еще синус x и синус y. И нам про это тоже надо доказать, что здесь будет тождественно ноль. Он рассуждает так. Y берем любое число, фиксируем. Так что наша функция будет только функция от одного x. Y это как бы параметр. Мы фиксируем любое число. Вот. Он берет и дифференцирует эти функции. Но, к сожалению, без дифференцирования получается. F среди от x как у нас? Производная от синуса чего равна? Косинус x минус y. Здесь производная от синуса косинус. Косинус y остается как множитель. Потому что y же не меняется. Здесь уже косинус, а не кот. Косинус, да. Да, все хорошо. Да, значит, здесь синус y это множитель. Косинус мы дифференцируем, получается минус синус x. Вот так мы продифференцировали функцию f штриха. И что у нас получилось? А получилась функция z от x. Правильно? Получилась функция z. То есть, если продифференцировать функцию f штрих от x, просто получается функция z от x. Но дальше он продифференцировал функцию z от x. Получилось у него минус функция f от x. Я уже не дифференцирую, можно проверить. А. Ну, это, конечно, в общем, понятно, наверное, да? Значит, а дальше трюк у него вот какой. А дальше он распределил новую функцию, ну скажем, h от x, которая равна сумме квадратов. И ее продифференцировал. Ну а здесь что получается? Ну вот нужно немножечко правила дифференцирования сложной функции использовать. Потому что как дифференцируется квадрат? F квадрат. Это будет 2f от x умножить на производную от f. Вот так дифференцируется квадрат. Дальше второй квадрат. Это будет 2g от x умножить на g штрих от x. Ну а теперь я f штрих от x заменяю на что? На g, а g штрих заменяю на минус f. И получается очевидно 0. Все сокращается. Получилось, что функция h от x при дифференцировании всегда равна 0. Отсюда вытекает, что она просто постоянна. Она вообще не меняется, распроизводная не меняется. Функция h от x тогда константа, то есть она постоянная. Если функция производная, но значит она не меняется, она постоянная. Значит, она просто равна, например, значению в точке 0. То есть h от x равно h от 0. Но h от 0 мы легко вычисляем. F от 0 это что такое? Подставляем сюда, получаем синус минус y, здесь 0, а здесь синус y на единицу. Ну 0 получается. Подставив вместо x 0, здесь мы получили 0. В g подставляем вместо x 0, ну тоже будет косинус минус y, здесь будет минус косинус y, все сокращается, а здесь 0 будет. И g будет равно 0. Но раз оба нуля, то сумма квадратов тоже 0. Короче говоря, h от нуля просто 0 оказалось. Ну, значит, h от x тоже 0, даже не постоянно. Но раз сумма квадратов равна 0, значит, каждый из квадратов равен 0. Все эти функции, естественно, равны 0. Вот такой вот трюк, позволяющий избежать умножения рядов, но, правда, требует дифференцирования. Но не сложно. Ну, в общем, не сложно.
Ну, да, конечно, когда, я забыл, конечно, когда вот эти функции мы определяем, тут нужно их тоже продифференцировать и доказать, что производная синуса косинус, производная косинуса минус синус. Ну, ряды можно продифференцировать почленно. Каждый член ряда, это многочленчик, он легко дифференцируется, и сразу видно, что вот это, ну, например, вот это производная будет единица. Производная от x в кубе будет равна чему? 3x квадрат. Сокращаем на 3 факториал, получаем x квадрат на 2 факториал. x пятый, производная будет какая? 5x четвертый. Делим на 5 факториал. 5 сокращается, получаем четвертый. Ну, в общем, легко проверяется, что при дифференцировании синус превращается в косинус. Ну и точно так же косинус минус. Ну, надо, конечно, вообще-то доказывать то, что ряды можно последовательно дифференцировать, но это все... Ну, в низкий лангар это все сделать. Там у него все доказано. Так что вот, не знаю, это лучшее рассуждение, чем с умножением рядов или нет, трудно сказать. Но, по крайней мере, писать на доске явно меньше. Ну и все. Значит, вот мы написали функции, проверили, что они удовлетворяют этим условиям. Значит, и эти функции действительно существуют.